Итак, что же вы будете делать дома? Будем работать по одной стопе. Итак, стопа полностью погружена, и мы будем поднимать от большого пальца по одному пальцу, и вот так вот вниз по одному пальцу опускаем. От большого поднимаем, мизинец, безымянный, средний, указательный, большой. Вот таким образом пробуем поднять каждый палец. По своему самочувствию 8-10 раз каждую сторону выполняйте. Сначала на одну стопу, потом на другую стопу. Расслабьте дальше пальцы, сгибаем, разгибаем. Тоже 10 повторений. Дальше поставьте стопу на пятку и начинаем один палец тянуть на себя, остальные вниз и в обратном направлении. Большой вниз, остальные на себя. Медленно и плавно, тоже в каждую сторону. Сделайте 8-10 повторений. Расслабьте пальцы, сгибаем, разгибаем. И дальше пальцы начинаем вращать. Медленно, плавно в одну сторону. Медленно, плавно в другую. Также 8-10 повторений. И сделайте то же самое на вторую стопу. Ваши пальцы будут вам благодарны.